С июля 2022 года в Казахстане перестанут существовать КСК. Сейчас кооперативы собственников квартир стали управлять несколькими десятками домов, при этом открывают всего один счет, что в корне отличается от изначальной идеи КСК. Сложилось так, что собственники квартир не могут отследить использование средств. Эта проблема решится с появлением объединений собственников имущества. У каждого дома будет свой отдельный счет, на что пойдут накопленные деньги, смогут проследить как собственники жилья, так и местные власти. Председателем оси может быть любой собственник квартиры нежилого помещения данного дома. Председатель избирается сроком на 1 год из числа жителей данного дома. Если ранее КСК держал у себя штат сотрудников, то новая форма управления ОСЕ будет состоять только из председателя. В свою очередь, председатель ОСЕ выступает заказчиком необходимых дому услуг. Он будет привлекать по договору субъектов сервисной деятельности, контролировать объемы и виды выполненных работ и их оплату по своему объекту кондоминиума.